ребята. Новогодняя магнитола Akai AG520AG. Аппарат после, можно сказать, реновации и реставрации полностью разобран, вычищен, насколько возможно, включая динамики. Отремонтировано в нем все, что можно и что нельзя. Включая блок питания со сгоревшими элементами. Усилитель, замена конденсаторов, темброблок, замена конденсаторов. Ремонт мьюты режима. Приглушение звука во время поиска по паузам. Ремонт лентопротяжного механизма. Полностью его пришлось разобрать на косточки и детальки. Вымыть, вычистить. Очень был грязный. Смазать все. Необходимые узлы собрать. Заменить пасеки, ролик. Головка здесь стеклоферритовая стоит, универсальная, акаевская. Настроить все, получить неплохие параметры для этого класса. Радио здесь тоже работает, стерео ловит до 108 МГц. И теперь аппарат чисто свеж и в хорошей сохранности. Слушаем воспроизведение с винила. Фото. Потому что она уходит внутрь, утапливается, и по диаметру колено должно было соответствовать. Получился хороший аппаратик. Всего доброго, друзья, с наступающим
И удачи в новом году. Пока.